народных инструментов имени Николая Некрасова, художественный руководитель и главный дирижер Андрей Шлычков. Наш покорный слуга. Здравствуйте, дорогие друзья. Если позволите, я не успел пройти вот по свету, с режиссером по свету. Если можно, попрошу софиты раза в два приглушить, потому что я, наверное, через пару песен буду просто уже слепой. Вот это тоже, если можно. Не совсем их убрать, а приглушить или какой-то свет другой дать. Сердце ожило, я
еще распят якоря, ножики лезвые вязки хотят. Я пойду на улицу, я пойду, голосом звонки дали попоет. Матушка, слышишь, солнышко мое, а там под головой вязки.
Oh,
все. Thank you.
не гони лошадей. Ждешь, что ж ты бродишь всю ночь один?
Да, пожалуйста,
Счастья не желаю.
Thank you.
Чем безумный человек?
С любовью к вам. У вас сегодня программа «Объявление культуры». Весь вечер на сцене академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова. Дирижер Андрей Шничков. Show!